мы не предприняли еще серьезных контрсанкций, а Запад, применив уже почти все возможное, разрушил собственный миропорядок. То есть он разрушил и принцип там, неприкосновенности собственности, и правовое поле, и применил все, что возможно, и даже пожертвовал, как было сказано здесь, даже собственной валютой. Сегодня монополия доллара, и тем более не возникшая монополия евро, исчезла как таковая. И этот процесс, он уже необратим. Поэтому сегодня можно говорить о том, что Запад сам хозяин этой ситуации. Он сделал все своими руками. Я думаю, что будущее его в данном случае неприглядно, потому что Европа без России вообще не может существовать, а гегемония Америки, она давно уже исчезла.